Привет всем, все у нас на обзоре. Пиццерия Папа Джонс в Анталии, Турция. Как я понял, здесь одна только одна точка, но нам повезло, и она была рядом с нашим отелем. Я взял по акции три пиццы. Изначально цена была ниже, но они там были в основном либо сыр, либо просто с каким-нибудь перцем, без мяса. Поэтому я взял более интересные позиции. Поэтому цена вышла чуть больше, чем изначально стандартная акция. Как и во многих пиццериях. В итоге мы заплатили 636 лир. Или около 2000 рублей за три средних пиццы. Давайте посмотрим, что мы забрали. Погнали. Начнем с первой пиццы. Первая пицца называется Супер Папа. Внутри у нас соус для пиццы, моцарелла, пепперони, итальянские фрикадельки, ветчина, свежие грибы, лук, зеленый перец и черные оливки. Выглядит довольно неплохо. Мы взяли на тонком тесте. Если брать на традиционном, также пришлось бы доплачивать. Поэтому взяли на тонком тесте. Начинки даже очень много. Давайте заценим по вкусу. Начинки много. Вкусно томатный соус. Сейчас попробую еще отдельно колбаску. Пепперони не самое вкусное, но в целом неплохо. По вкусу 7 из 10. Следующая пицца Моряк. Из морепродуктов у них была пицца только эта с тунцом. Внутри у нас моцарелла, кукуруза, зеленый лук, помидоры и тунец. Выглядит не так аппетитно, как Супер Папа. Давайте ее заценим по вкусу. Консервированный тунец. Сочная. Со свежим тунцом, конечно, было бы вкуснее, но тоже неплохо. 8 из 10. И последняя пицца. Хищник. Внутри у нас моцарелла, пепперони, итальянские фрикадельки, специальный фарш и ветчина. Я, конечно, бы сюда сразу же добавил что-нибудь овощное, чтобы не было совсем скучно. Но она себя больше позиционирует как именно мясная пицца. Также имеет такой томатный яркий вкус за счет соуса. Но, наверное, Супер Папа повкуснее. Это более менее насыщенный вкус и менее интересно. 6 из 10. Подведем итог. Соус не кладут, как в российской Папа Джонсе с перчиком халапеньо. А его, в принципе, не хватает здесь. Сделали довольно быстро, 15 минут. Всем советую, в принципе, к посещению. Цена пропорциональна другим заведениям, адекватная. В целом пицца неплохая. Хотелось бы больше увидеть позиции с морепродуктами и с говядиной. Здесь используется в основном курица, либо какие-то фрикадельки и пепперони. И очень много пицц вегетарианских. Пишите в комментариях, как вам такая пицца. Всем пока!